Реновация микрорайонов или мощный импульс для развития города. Теперь жильцы аварийных и ветхих домов могут не переживать о том, что они получат новые квадратные метры в другом микрорайоне города. О программе «Арктическая реновация» расскажем в следующем сюжете. Жилищная проблема в Ненецком округе – одна из самых насущных. В регионе на сегодняшний день достаточное количество аварийного и ветхого жилья. Некоторые люди ждут того момента, когда они наконец смогут пожить в нормальных человеческих условиях не один десяток лет. Но программа «Арктическая реновация» – шанс ускорить этот процесс. Реализовать идею планируется в ближайшие годы в арктических городах страны. Это вселило большую надежду, что самый насущный для них и острый вопрос, проблема жилья, решится в ближайшие сроки, в более короткие сроки, чем изначально это предполагалось. Преимущество еще и в том, что заселять будут в те же районы, в которых до этого жили люди. Они не будут расставаться со своими соседями и дорогими сердцу местами. Но и на этом плюсы не заканчиваются. Впоследствии, если будут застраиваться эти поселки жилыми домами, то бишь это влечет за собой инфраструктуру. Это прокладка канализации, сетей электрических, благоустройство дорог и т.д. и т.п. Вот. И арктическая реновация, она подразумевает именно вот это. Такие микрорайоны, как Южный, Хариверская, Рыбокомбинат, Лесозавод и Новый поселок, получат шанс начать новую жизнь вместе со своими жителями. Елизавета Кабанова, Вадим Стасюк, Владислав Носкин, телеканал «Север».